Здравствуйте. Каждый из нас стоит перед выбором. От него зависит будущее. Ваш выбор – это ваша жизнь. Наш выбор – это работать для вас. Такси «Десяточка» – это наш выбор. Так, браток, угораздило, що? П'яний таксуєш чи що? Ні. А що? А що машина твоя так в аварії попала? Хто в вас була? Хто? Машина. Яка? То давай будемо шукати ту машину. Давайте подивіться. Скільки ти випив сьогодні? Нічого, ще не пив. Та ти на ногах єлі стоїш. Так, ну а як? Ну подивіш, видно. Ну, звісно, вже я випив. Ну а якби там діти стояли, чи ще щось, хтось стояв? Я ще нічого. Ну а як так ти стовбас би? Що ми подвізом? Хто? Машина якась. Ну яка? Ну номер ти заповнив, чи що? Та не повнив нічого. Пить менше треба. Машина підрізана. Здравствуйте, девушка. Подскажите, пожалуйста, мне такую информацию. 2 часа назад в селе Свято-Петровское в аварию попал ваш автомобиль с номером АИ-3595ЕТ. Есть у вас такая информация? Угу. Вот. Это, а у вас есть такой автомобиль? Это Chevrolet Aveo бежевого цвета. А вы можете посмотреть, пожалуйста? Просто там дело в том, что водитель в нетрезвом состоянии. Он был на работе или он просто прикрывается вашей фишкой? Одну минуточку, я сейчас уточню информацию. 2 часа тому назад, да? Да, где-то 2 часа тому назад в селе Свято-Петровское, это рядом, ну, между Вишневым и Боеркой, на центральной улице. Он сбил столб, есть видео, есть его лицо, ну, то есть... Одну минуточку. Алло, Руслан, да. Добрый день. Здравствуйте. 15 Валентина. Да, очень приятно. Скажите мне, пожалуйста, откуда вы знаете, что это был такси «Десятка»? У него была шашка сверху на машине? Да, у него была шашечка, она слетела с автомобиля. Есть фотография, она лежит рядом возле автомобиля, побитая. Ну, а там... Скажите мне, пожалуйста, сбоку шашки написанный номер. Сейчас тогда, подождите секунду, я посмотрю. Она там не совсем удобно сфотографирована. Я думаю, сейчас сделаем. Да, о, есть, сейчас. 103-й. 103-й? Да. Так, хорошо, спасибо, сейчас мы выясним. Дело в том, что смотрите, какая ситуация. Он в нетрезвом состоянии, в очень нетрезвом. Его повезут сейчас на освидетельствование. Просто интересует информация, он на работе? Или он, ну, выходной там, или какая. Просто если он на работе, то это, ну, очень серьезно ударит по вашей репутации. У вас очень хорошее такси, и, ну, нужно с этим делом разбираться. Так, Руслан, хорошо, но, к сожалению, мы никакой информации не даем. Это только по запросу милиции, вот, по официальному запросу. А мы сейчас будем разбираться. Я вас понял. То есть пока вы не можете сказать, был он на работе, нет, да? Мы никакой информации не даем. Ну это, смотрите, ситуация такая. Просто я сейчас буду публиковать это видео, так как я являюсь спецзасновником громадской организации «Информационный центр Дорожный контроль Украина», буду информацию публиковать в Ютубе. И если бы вы мне дали информацию, что он не был на работе, я бы это сказал. Ну, а так получается... Я не имею
права, так как у меня нету полномочий. Но... Я же вам говорю, у меня нету такого права давать какую-либо информацию. Это только по запросу милиции. Я вас понимаю, но так как я не владею информацией, я все-таки тогда скажу, что он был на смене, и он был на работе. Это очень плохо будет для вас. А так, если бы вы подтвердили обратное... Но вы не имеете права этого делать. Почему? Потому что вы не владеете этой информацией. Был ли он на работе или не был он на работе? Ну, шашка же у него есть. И была. И что, шашка может быть? Они имеют право ездить с шашкой, не включенной. Имею, да? Понятно, да, хорошо. Конечно. Ну, видите, вот плохо. У вас такое хорошее такси, и ну, я не раз пользовался, и друзьям рекомендую вообще всем. А тут такая вот ситуация я понимаю, произошла. Но, ну, к сожалению, у меня нету такого права давать какую-либо информацию. Я вас понял. Но смотрите, разбирайтесь просто, чтобы такого не повторялось, да, потому что... Это 8 утра, это как раз вот центральная улица, где рядом это остановка. Ну, плюс-минус, да, плюс-минус 8 утра было. Я, ну, точно не могу сейчас сказать, мне просто набрали там за 10 минут до этого. Руслан, вопрос в том, что я сейчас перезвоню администрации, и вам отзвонятся. Если можно тогда, спасибо большое, буду хорошо, ждать. Спасибо. Да, спасибо, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Меня зовут Олег, администрация 50-ка, вы... Звонили нашим девочкам? Да, звонил. Что там случилось? Расскажите мне, пожалуйста. Это у меня ничего, это, наверное, у вас случилось, ну, то есть, вашей такси-десятка случилось. Ну, произошло ДТП с участием вашего автомобиля, с участием автомобиля Chevrolet Aveo, госномер AI-3595ET. Ага. Вот, человек, который был за рулем этого автомобиля, врезался в столб, в селе Свято-Петровское, в районе 8 утра. И он был в нетрезвом состоянии, даже я сказал бы не трезвом, а очень плачевном. Вот, и я позвонил уточнить, был ли на смене этот человек, или он был выходной. Если такую, ну, информацию можно надать. Ну, он работал, но в данный момент тогда он не находился на линии. Ага, то есть у вас он работает, правильно? Ну, я думал, может, знаете такое, там, шашку повесил, да и гоняет себе, короче, поэтому. Ну, шашки не знаю, опять же, шашки мы выдаем в аренду каждому человеку, и каждый человек несет за нее ответственность, не мы несем ответственность. Ага, ну, у вас автомобиль такой и есть. Да, договор аренды. Автомобиль же, опять же, это такая информация, что нужно смотреть, кто это, и как бы... А ДТП уже разъехалось или еще там стоят? Ну, я дело в том, что не там, я не знаю. Где-то час назад еще были там, но должны были его везти на освидетельствование в больницу Буэрку. Ага. Вот. Ну, оформляют там, конечно, оформляют ДТП. Он там поломал столб, там замкнуло 380 вольт на 220, ну, если вы понимаете, о чем я. То есть погорели в людей электроприборы, ну... возле кого этот столб был, это центральная улица. Ну, такая у меня информация есть. Есть фотография человека, есть видео, которое он рассказывает, что его подрезал другой автомобиль. Ну, то есть, много чего. И эту информацию я буду вылаживать в YouTube, в сеть. Ну, и хотел уточнить, работает ли у вас этот человек. Был ли он на смене, или он был выходной? Ну, у нас, я опять же, как его зовут? Я не знаю. Не, есть фотография, данные он не называл, потому что, ну, у него взяли интервью, скажем так, когда он сидит в автомобиле там, в этом, в патрульном. А вы, собственно, кто, просто прохожий или журналист? Да, я журналист и спецзаснов на громадской организации «Информационный центр Дорожный контроль Украина» и журналист «Бюджетник кошти Украины» издания газеты. Плюс хорошо, есть канал. А по адресу ДТП случилось, можете мне сказать? Если на фотографиях. Улица, ну, Центральная. Улица Центральная 151. Центральная 151, да? Да, вы можете написать, если на этот номер телефона со своего вайбера, я когда сделаю ролик, скажем, опубликую его в Ютубе, я вам сброшу ссылочку, если вам нужна она. Как бы работает, но смена у него завершенная по нашей системе. Я смотрю, что 4 часа утра он завершился. Ага, то он ничего, быстрый человек, с 4 до 8. Давайте напишите мне на Viber, на этот номер, со своего. Я вам скину фотографию сейчас этого человека, если вам нужно. Хорошо, хорошо, давайте. Ну, если вас интересует, то есть я... Просто сейчас надо туда поехать, посмотреть, что. Хорошо. Угу. Все, добренько тогда. Да. До свидания. Спасибо. Пожалуйста.